Ребята, мы в Беслане, это та самая школа, где в 2004 году произошел захват заложников, погибло больше 300 людей. Эта школа, она еще не восстановлена. Это храм напротив школы, видимо, был построен позже. Так, я не поняла, что я записала, что нет. Повторюсь, школа в Беслане, где в 2004 году был захват заложников. Это сама школа. Дальше спортзал, где, собственно, трое суток заложников держали. Стена с именами. Вот вход в спортзал. Стен нет, таким образом вот он занавешен. Из спортзала.